Так, с началом нового влога, как, в общем-то, сказано было, мы сегодня с моим любимым супругом. Вместо того, чтобы сидеть дома и есть мороженое, пить кофе. Смотрите, какой у нас тут классный стадион. Раньше тут был вообще капец. Мы тут недалеко раньше жили. Вот. Да даже когда уже переехали в другую квартиру, тоже сюда иногда ходили. Тут было вообще, конечно. А сейчас тут просто красота. В общем, будем сейчас нахаживать шаги. Я уже запустила. Как это называется? Скажите мне. Короче, программа. Короче, мы сейчас пойдем. Взяла воды с собой тепленькой. Ну что? Пошли. Мне даже стало немножко жарко. Я где-то немножко бегу прям чуть-чуть. А так в основном мы быстрым таким шагом идем. Почему я не бегаю? Ну, потому что у меня, во-первых, болит коленка. Мне как бы бегать сильно нельзя. Вот. А на дорожке я, например, ходила. Но мне здесь нравится больше ходить. Свежий воздух. Прям по кайфу вообще. Скажи. Да. Надолго нас хватит? 10 кругов. Вот у нас сейчас третий круг. Третий же? Третий. Да. Они метров 800. Ну, такие как бы достаточно большой круг. Километр это полтора круга, что ли, было. Вот так. Девчонки, находившись в круге, еще мы с собаками походили. Мне захотелось есть. Ну, соответственно, что как бы время уже почти что 8 вечера, никакой еды. Я сделала такой себе протеиновый, соевый, точнее, да, сой, натуральный соевый протеин, короче. Коктейль. Первый раз, кстати, делала. Давно купила, но ни разу еще не делала. Вы знаете, очень вкусно. Я вот уже выпила. Мне прям очень понравилось. Класс. Ну что, началась трудовая неделя. Долгая, пятидневная трудовая неделя. Я желаю вам, чтобы она у вас была очень легкой, продуктивной. В общем-то, настраиваемся на хороший лад. Было сегодня очень тяжело просыпаться. Вообще, так было хорошо дома все 4 дня. Но никуда не деться, работать нужно. Нужно, в общем-то, зарабатывать деньги, и не только. Короче, всем хорошей недели. Девчонки, у Матвея новая роль в театре. Он играет мушкетера. Сам, не я, он сам сказал, что я хочу посмотреть фильм. Вот я тоже этот фильм, кстати, к своему стыду, вообще, наверное, ни разу не смотрела. Может быть, какие-то отрывки. И вот мы смотрим фильм «Три мушкетера». Девчонки, ну здесь я вам показываю свою ежедневную рутину, как я привожу себе в порядок перед работой. У меня ничего нового нет. Это консилер мой любимый от Эстрада. Это CC-крем от Люмине. В общем-то, брови от Пуси гель. Румяшки, бронзер. Да вот и все. В общем-то, становлюсь более-менее человеком. Но еще у меня бывает настроение накрутить локоны. Я купила такую плойку, самую обыкновенную, 25 миллиметров радиус у нее. И вы знаете, вот 25 миллиметров, 25, да, миллиметров, все правильно. И получаются такие очень красивые локоны. Я это все делаю очень быстро, хаотично, ну, как-то без какого-либо, знаете, там, вправо-влево. В общем-то, мне очень нравится. Я их накручиваю, оставляю их, чтобы они остыли. И потом все это дело я всегда разбираю руками. То есть один день я хожу с прямыми волосами, второй день на работу я хожу либо вот на плойку, либо на утюжок. Ну, вот, в общем-то, здесь я вот так беру руками, просто-напросто, ну, как бы прочесываю пальцами, делаю так. И я очень люблю, если вы накручивали на одну сторону, на один пробор, то переверните на другой пробор и сразу посмотрите,
какая получается классная прическа. И эта прическа у меня держится целый день. Ну, немножко, конечно, локоны опадают, но смотрится это все очень-очень красиво. Девчонки, я приехала с работы. Видите, как хорошо укладка держится. Я люблю такой эффект. И это вот на второй день после мытья волос я просто поливаю цветы. Вот. И что могу вам сказать, что купила я плойку такую себе. У меня разных много плоек. На утюг я тут как-то крутила тоже. Но вот на эту плойку мне очень нравится. Во-первых, вот этот вот крем, который у меня от Тиджи, он прям очень хорошо объем держит. И волосы, знаете, такой вот, ну, посмотрите, как прям хорошо очень смотрится. Обязательно вам оставлю ссылку. Они недорогие, эти щипцы. Вот. И вы видели, что я очень быстро делаю укладку. Буквально 5 минут. И красота готова. Так что, девчонки, не ленимся, приводим себя в порядок. И всегда стараемся быть красивыми. Мы вышли на вечернюю прогулку. Сегодня не пойдем на стадион. Что-то я как-то это, знаете, не очень себя чувствую. У меня, видимо, вот перепады погоды. Что-то как-то я сегодня как квашня. Смотрите, какое небо красивое. Правда же? Ну, класс. Он же не... Хотя бы на стадион. Очень бы хорошо сегодня съездить. Но нет. Я, во-первых, на работе 2 дня очень замерзла. До этого промерзла. И у меня, знаете, состояние, как будто я заболеваю. Я надеюсь, что это все временно. Сейчас выпила чай с лимоном. Вот. Сейчас муж говорит, пойдем хоть собаками погуляем. Выгулять их надо. И сейчас приду опять чай с лимоном. И пойду спать. Вот. Хотя, знаете, прям ноги требуют хождения. Мне муж говорит, я, говорит, даже сегодня этот... Он говорит, у меня даже что-то коленка, говорит, заболела. Я говорю, конечно, ты столько никогда не ходил. Это очень здорово. Вот. В выходные нам должны приехать кондиционерщики. Начать монтаж кондиционеров. Вот. Лестница у нас будет где-то недели через 2,5. Вот там собака опять. Сейчас выбежит. Вот с этого участка всегда собака выбегает. Ой, блин, муж болтает, не дает поговорить. Не дает с вами поговорить. Мы идем. Смотрите, смотрите, смотрите. Прогнала его вперед. Говорю, иди вперед, я снимаю. Не дает с вами поговорить. Вот. Немножечко потеплело, но все равно вот к вечеру, знаете, возле леса прям очень так зябко. Сегодня еще ночью обещают заморозки. Даже МЧС прислала предупреждение до -1. Ой, май, конечно, выдался не очень. Еще говорят, и в июне, мол, будет тоже холодно. Ну, не знаю. Очень, конечно, уже хочется тепла. Хочется хорошей погоды. Хочется солнышка. Машина едет. Короче, вот так вот. Мы на прогулочке с собаками. Девчонки, вот мой ужин. Я пришла с тренировки. Сделала себе салат. Тунец, огурец, листья салата и морковку по-корейски. Так я ужинаю. Девчонки, помните мой замиакулькус, который я выращивала с одного листочка еще в квартире? Смотрите, наконец-то я дождалась. Наверное, прошло 2 года. Выпустил стрелку, скоро вторая будет стрелочка. Я так рада. Вырастила сама. Все возможно. Девчонки, прихожу я домой, а младший сын сделал стрипсы. Офигенный. Сделал пиццу. Он ждал кого? Правильно, брата. Давно вам не показывала свое вязание. Вяжу себе летнюю маечку, футболку по мотивам Кучинелли. Называется вязка «Павлиний хвост».
Вот уже его увязываю, у меня здесь спинка станется, потом перед и небольшие рукавчики. Такая вот красотища вырисовывается. Вот видите, у меня такой хлопок. Красота. У младшего завтра закрытие театрального сезона, и мама, как настоящий костюмер, гладит все его вещи. Вот, и даже сейчас немножечко надо будет костюм реанимировать. Вот этот, вот видите, что-то там сейчас зашью. Завтра пойдем на выступление у него. Роль, смотрите, какая новая. Даже шляпу пришлось с пером купить. Ради такого дела. Радуемся на своем веку, красавицы и куку, счастливо тут легко. Пока, покачивая перья на шляпах, зубы не расшибем, мерси боку. Наконец-то, девочки, наступило время, когда вот так можно выйти. Сейчас мы с вами возьмем кофе. И попить кофе на веранде. На патио. Кому как нравится. Но, честно сказать, немножко прохладно. Я вчера уже купила цветочки. Вот такие красивые. Будем ждать, когда они будут разрастаться. Надо купить удобрение. Вот это, смотрите, какая прелесть. Помешал мне звонок. Мама звонила, приедет сегодня. Дел у нас с ней сегодня много. В общем-то, я вышла пить кофеек. Мы тут фондеи, тут скидка. Три берешь, четвертая бесплатно. У нас будет четвертая бесплатно, это плавки. Пошли. Слушай, а вот это, мерить. Наверное, тебе мало будет, наверное, побольше. Нет, 158, нормально. Иди, мерей. Давай. Куда ты пошла? Вон мама тут пришла. Видите, покажите личико, молодой человек. Ну-ка. Сейчас принесу пошире. Матвей, подожди, сейчас пошире принесу. Бабушка, она же не угомонится. Мы приехали в цветочный. Я, как обычно, взяла. В какую? Ну, которую тебе две клумбы. Сейчас посмотрим. Мне нужны еще петунии. Вот эти, наверное, ампельные, да? Я так понимаю, длинные. Да, да, нет, это петунии взяли. Они воды боятся, я про них прочитала. Вода для них... Ну, я же всегда покупала. Не, ну, вот поэтому они у нас на улице никогда не бывают. На улице. Почему они бывают? Висячие, да. А если вот на можно грядке... они на глазки взять, посадить в горшки, они будут красиво, вот такие большие. А ты куда в горшки? В горшки, которые у меня вот эти, висячие. А, висячие, а, да, 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 да. Там жарковато им, конечно, они у нас. Ставим цветочки. Купили Анютины глазки. Это были, мама посеяла, которые у нас самосевные. Сами выросли. Вот эти вот купила сегодня. 35 рублей кустик. И вот гортензии купила. 4 штуки, 3500 вышли. Они разные. Ну, два одного вида, два второго вида. Сорт, значит, это Magic Kilimanjaro, а это Diamantina, метельчатые гортензии. О, уже сразу вид красивый. Вот тут цветочки, надо этот сделать побольше, открыть. Девчонки, зацените труд моего свекра, моего мужа. Все выровняли. Все-все выровнено теперь. Вообще красота. Сразу вообще другой вид. Вот сжигаем всю гадость. Целый день сегодня у нас все это горит. И здесь все выровнено. Теперь надо между грядками. Наверное, завтра я займусь. Я сделаю, положу ткань. И надо купить пластик, как в теплице, чтобы было удобно ходить и не было тут грязно. Посмотрите, какая красота.
вообще просто. Целый день нам устанавливают кондиционер, никак не установят. Вид уже совершенно другой. Просто я горжусь нами, что мы это все сделали. Что, завершение нашего влога будет таким. Что-то мы вообще ушатались. Если честно, просто невозможно, как ушатались. Всем хороших выходных. Всех целую, обнимаю. Лиз! Лиза! Лиза, скажи всем пока! Всем пока!